Рейтинг лучших выступлений звезд. Супервайб с Элли Мова. Всем привет! С вами Элли Мова, и вы смотрите Супервайб на телеканале «Жара». Только со мной вы узнаете о лучших выступлениях наших звезд, а также интересные подробности. Концерт, живые эмоции и много-много музыки. Ну что, мне уже не терпится начать. Поехали! Сегодня мы поговорим о талантливой певице, которая смогла всем доказать, что нет ничего невозможного. За короткий срок она не только добилась невероятной популярности, но также она создала свой собственный узнаваемый стиль и набрала армию поклонников. Эта милая блондинка совмещает в себе карьеру артистки, автора песен, блогера и телеведущую. И пока все обсуждают ее личную жизнь, она покоряет новые вершины и пишет новые хиты. Героиней нашего рейтинга сегодня стала потрясающая Клава Кока. Будет много танцев и классных песен. Это я вам гарантирую. Клава Кока, а точнее Высокого. Так звучит настоящая фамилия девушки. Родилась 23 июля 1996 года в Екатеринбурге. С детства будущая звезда была окружена хорошей музыкой. Отец собирал пластинки. Когда семья перебралась в столицу, то Клава не упускала ни единого шанса, чтобы проявить способности. Она участвовала в многочисленных конкурсах и кастингах и даже подрабатывала певицей в московском ресторане. Так, за короткий срок она не только добилась невероятной популярности, но и присоединилась к Black Star. Несмотря на то, что стиль музыки артистки совершенно не похож на привычные речитативы участников лейбла. Клава с детства мечтала стать певицей, поэтому в музыкальную школу родители отдали ее уже в 4 года. И несмотря на то, что обучалась будущая звезда хоровому пению и игре на фортепиано, в свободное время девочка слушала совсем другой стиль. Клаве нравились легкие песни группы «Ранетки», и она даже мечтала стать одной из солисток коллектива. Но открывает наш рейтинг выступление на жюри в Баку с песней «Не обламывай». И как признается сама певица, эта песня – эксперимент. Контрасты, лирика и ломанный танцевальный бит на припеве сделали ее не похожей на все остальное ее творчество. Наука доказала, что грань между любовью и ненавистью действительно очень тонкая. Не зря говорят, от любви до ненависти один шаг. И хоть поймет смысл этой фразы только тот, кто по-настоящему знает, что такое любовь. Рациональное объяснение давно уже нашли ученые. Оказывается, когда человек испытывает ненависть, то в организме включаются те же отделы, что и при ощущении любовного влечения. Так что следующая песня будет не просто лирикой, а практически научной работой от Клавы Коки. Шестое место в нашем рейтинге занимает песня «Ненавижу, обожаю». Сыграю на нервах, ты скажешь, что стерва, но крепко сожмешь, зная, чья вина.
срывая одежды, так грубо и нежно, но утро разделит нас медленно. Все против нас, все против нас, но каждый день без твоих глаз просто бессмыслен, просто бессмыслен. Все решено, но мне все равно, и каждую ночь я молюсь за него и подставлю под выстрел свою жизнь бескорыстно. Не лечу, но обижу, знаю, что хожу по краю. Я тебя ненавижу, но тебя обожаю. Я не хочу, но обижу, знаю, что хожу. Кстати, все помнят, как в начале карьеры Клава Кока выступала на сцене как милая хорошая девушка, но только после подписания контракта карьера певицы пошла в гору. Клава пробовала себя в разных сферах, вела блог, развивала соцсети и даже попробовала себя в роли ведущей тревел-шоу. Однако настоящий успех к ней пришел лишь в 2019 году. Когда из милой девушки с русыми волосами артистка вдруг превратилась в дерзкую блондинку. И следующее выступление покажет, насколько изменилась певица и какой дерзкой она может быть. Все, что ты покупал мне, эти вещи и кольца, только ты не получишь то, что не продается. Ты совсем не причина забыть все на свете. Нет, мне не нужен мужчина, если ты не заметил. И мне не нужен твой кошель, и не нужна от тебя сумка. Знаешь, ты не мой кобель, а я не твоя суженая. 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 Я с ума плачу за ужин. Еще зацепила тебя я, но гуляешь налево. До свидания, зая. Можешь ехать к Марине, Оле, Тане и Свете. Ведь мне нужен мужчина, если ты не заметил. И мне не нужен твой кошель, и не нужна от тебя сумка. Знаешь, ты не мой кобель, а я не твоя сумка. Одно из самых необычных выступлений можно увидеть прямо сейчас, где Клава Кока в жарком Баку выступает перед бассейном в неоновом свете. Настоящая вечеринка, где под зажигательный трек танцуют все и даже звезды. И пусть за окном еще далеко не лето, мы с вами хотя бы на пару минут перенесемся туда, где тепло и очень весело. Четвертое место занимает выступление с песней «Крутишь». Куча девчат, ты крутишь головой. Ты крутишь головой, но хочешь быть со мной. Девчат, ты круто.
3 место занимает трек, который до сих пор держится в чатах. Ведь в нем очень задорно поется о том, как девушка бросила своего бойфренда. Ох, разговоров было про песню. При этом Клава Кока вложила в трек так много скрытых намеков на разрыв отношений с популярной личностью, что поклонники и журналисты чуть голову себе не сломали, пытаясь догадаться, кому же девушка посвятила слова в песне. Но сейчас-то мы с вами уже знаем, с кем встречалась Клава и чем на самом деле все это закончилось. Но пусть все личное останется в альбоме «Неприлично о личном», а мы с вами посмотрим на яркое выступление с треком «Покинула чат». Главный трендсеттер молодежи Клава Кока точно знает, как разрывать чарты мощными треками. Ведь когда певица презентовала следующую песню, она была уверена, что новинка станет 100% хитом. И была права. Чтобы пробиться в тренды, ей понадобилось всего 2 дня. Кстати, одними из первых трек услышали вживую именно зрители «Жары» на фестивале в Крокус-Сити-Холл. Я так хочу быть твоей подушкой, чтобы ты со мной спал, быть твоей катушкой, чтоб меня ты не стирал, быть плохой привычкой, чтоб любил и не бросал. Ты же по-любому за колготки, на коленях синячки, ты меня испортил, но я тебя почти. Но совпали, даже как Сникерс в моих руках. И тебе не надо ждать плейбоя, чтобы ты меня увидел голый. Раз, два, три, смотри, я так хочу. Вот мы и подошли к первому месту. На юбилейной музыкальной премии «Жара Music Awards» Клава Кока сделала настоящий подарок своим поклонникам. Она не просто выступила с одним из своих хитов, а устроила целое шоу, исполнив мегамикс из своих популярных песен. Зажгла певица мощно, тем более в таком соблазнительном и стильном образе. Полный крокус, много танцев и настоящие хиты. Приготовьтесь танцевать и подпевать, ведь слова этих песен вы точно знаете.
можешь забыть, тогда пусти. От этой любви уже передоз. У меня один вопрос: чё тебе нужно? Чё ты такой тушный? Я равнодушна, затыкаю ушки. Больше не в секрете, I'm a single lady. Свобода как ветер, одиночки в тренде. Больше не в секрете, I'm a single lady. Свобода как ветер, кроку сити холл танцуй. Быстро пролетело время, а это значит, я, Элли Мова, прощаюсь с вами до следующей недели. Это был Супер Вайб на телеканале Жара. Увидимся! Рейтинг лучших выступлений звезд. Супер Вайб с Элли Мова.